Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла посылочка. Посылка пришла из Китая, с AliExpress. И в ней, опять же, как вы видите, товары для рыбалки. Фирма Хунтхаус. Рыбка нарисована. Интересно вот получать посылки, как от Беркинга. Говорят, с этой фирмы заказал первый раз. На конвертах уже пропечатано. Как бы видно, что работает какой-то фирменный магазин или фирменная контора. Значит, в посылке что нам пришло? А пришло нам 4 силиконовых рыбки. Как видите, вот такая упаковка. Довольно крепкая, ничего не помялось. Здесь вот бликует все. Написано на английском языке. Full bass fishing. Bass land. Уже за упаковку можно поставить 5 баллов. Посмотрим, что внутри. Довольно приятный силикон на ощупь. Запах как у креветки. Примерно как креветка. Пахнет. Ну такой съедобный запах у резины. Довольно мягкий силикон. Как бы такая смазка на нем. Немножко жирненький. Небольшая пяточка. И решил заказать вот такой вот расцветки. Хорошо изгибается. Приятный, приятный силикон на ощупь. 4 штуки пришло. Сейчас померяем размер, вес приманки. Я так понимаю, это силикон съедобный. Сейчас хвостик с огнем. 7,25. Попробуем еще одну приманку взвесить. 7. Так уложить, чтобы она вся лежала. Ну да, тоже 7,25. Хорошо, вес соответствует. Вот так вот растягивается. И сейчас померяем размер. Я брал 10 сантиметров. В принципе, все верно. 10 сантиметров, 7,25 вес. Ну, я доволен. Приманка мне понравилась. Теперь буду пробовать другие фирмы заказать, посмотреть, что из себя представляют. Но этой фирмой уже я точно воспользуюсь. На этом буду, друзья, видео заканчивать. И сейчас сниму видеосъемку макро. Сможете рассмотреть поближе данную приманку, если вас она интересует.